Там, где раньше был коммерческий баннер, теперь будет пешеходная зона. Демонтаж очередной незаконной рекламной конструкции проходит на Нижней набережной. Представителями подрядной организации МБУ «Центр развития и оказания курортных услуг» осуществляется сегодня демонтаж рекламной конструкции, находящейся в курортной зоне, пешеходной зоне. Впоследствии, то есть количество это около 5 рекламных конструкций, сегодня будет демонтировано. Впоследствии будут организованы клумбы, высажены цветы. На демонтаж одного такого щита уходит порядка 20 минут. Уже составлен план работ по ликвидации незаконных рекламных конструкций. Также будут демонтированы все самовольно установленные навесы, представляющие угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно в ветреную погоду. В первую очередь от подобных конструкций освобождается центральная часть города. Однако подрядчики планируют добраться и до рекламы в самых отдаленных частях Анапы.